Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Точка зору депутата». Сьогодні гість нашої студії – депутат обласної ради, член постійної депутатської комісії з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства та розвитку зон відпочинку Анатолій Кравченко. Доброго вечора. Доброго. Тож сьогодні наша розмова з нашим шановним гостем буде точитися навколо цих проблемних, актуальних для області питань. Тож, моє перше питання, хотів би запитати. От ви представляєте, в принципі, депутатську комісію, яка розглядає всі соціальні питання. Отож, і ви один з тих, хто бачите от позитивні моменти в цьому процесі, який зараз у нас у всіх на слуху, децентралізація і певні вигоди ви можете розповісти для громад. Які зміни повинні пережити наші територіальні громади, щоб отримати позитивні зрушення у медицині, у соціальній політиці, от те, чого зараз не вистачає нашим громадянам в глибинці. Я хотів би немножко сказати о нашій комісії. Я вже второй созив, працюю в такій комісії соціальної політики, охорони здоров'я. Сказати, що в цьому созиві дуже хороший состав. 5 головних врачів області. Это люди компетентные, с ними очень хорошо работать, потому что они знают проблемы медицины. Я давно знаком с проблемами социальными, поэтому в комплексе решаются очень много вопросов. Практически все предложения, поступающие от нашей комиссии, всегда были поддержаны на сессиях областной рады. Это радует, потому что, наверное, наши вопросы мы знаем. И умеем их как-то достаточно правильно преподнести на сессию, потому что если поддержка, то явно оно, это касается и бюджетных средств, или приобретения какого-нибудь актуального для области оборудования, особенно диагностического. Мы очень страдаем в этих вопросах. Сегодня я лично выступал на последней сессии. Я сторонник децентрализации. Я 15 лет уже, можно сказать, борюсь за эту тему, потому что, знаете, одно дело ездить куда-то в центр просить деньги для развития области, а второе – самим зарабатывать и уметь ими рационально распорядиться. Рационально распорядиться – это значит, что мы знаем проблему, и эти проблемы для населения области мы должны, как депутаты, решить, закрыть. В частности, у нас достаточно сильная общественная организация по контролю за работой охраны здоровья. Задавались не раз вопросы, почему работают какие-то больничные кассы, почему при Конституции, которая дает бесплатную охрану здоровья, как бы гарантирует, но у нас это не получается. Не получается по многим причинам. Конечно, не хватает бюджета, не хватало. Давайте рассмотрим хотя бы такие вопросы, как 2013 год, бюджет развития области, именно областной, бюджет развития составлял 40 миллионов. 14, вот того меньше 30 миллионов. Зато этот год еще не окончился, но 200 миллионов. Это благодаря чему? Это поступление местных бюджетов. Это за счет акциза. То есть мы стоим на пороге действительно полной финансовой, я бы сказал, даже и политической самостоятельности. Мы будем принимать решения, мы будем создавать общины. На сегодняшний день мы тоже приняли решение о создании 33 общин, может их будет 27. Это общины тоже будут решать вопросы на уровне своих депутатских корпусов. Сегодня это районные советы, завтра это будут советы общин. Мы немножко сократим аппараты, на которые, ну, сельская местность имеется в виду, которые сегодня, ну, можно сказать, поедают бюджет. Менше попадають населення, чим вони самі отримують зарплату. Скажіть, будь ласка, чи всі громади зможуть заробляти такі кошти? Тому що, наприклад, будемо в пределах області робити перерозподілення. Ну, я вам скажу, що вже сьогоднішній примір я вам назвав, 200 мільйонів, він же просто як-то откуда-то не прийшов. Це заработані гроші, які сьогодні вже, можна сказати, практично освоєні. Мы видим, что даже, да, это только я сказал за областной бюджет, есть же еще Первомайская, Вознесенская, Николаево. Даже на примере, вот мы больше в центре нашем областном находимся, видишь, что происходит с дорогами, какие-то проулки в каких-то районах, которые вовек не видели, вообще твердого покрытия. Сегодня достаточно хорошо асфальтировано на дороге, освещение, уборка территорий. То есть столько масса вопросов. А вот сегодня, когда мы говорим о медицине, в частности, мы немало приобрели оборудования, дорогостоящего диагностического оборудования. Но, к сожалению, закон нам не позволяет сегодня заложить какой-то резерв бюджета. Какой резерв надо резерв? Вот сегодня работает оборудование, оно стоит дорого. Его обслуживает какая-то фирма-поставщик, конкретная специализированная фирма. Почему? То у нас, не имея этих грошей в запасе, мы начинаем думать, где, как и произвести ремонт.
Вот так вот, и поэтому приходится вот пользоваться услугами добровольных взносов населения. Это не очень хорошо, не очень правильно, но, к сожалению, другого пути у нас сегодня нет, чтобы это оборудование не простаивало. Оно должно приносить пользу. Да? Что вы маєте на увазі, яке це обладнання? Это томографы, магнитоядерные резонаторы. Это такое основное диагностическое, которое действительно стоит за миллионы долларов. Это УЗИ, это... Я много могу чого перечислять. Тобто ми його фактично купили, але потребується, треба кошти, щоб... Настает время. Понимаете, если в промышленности есть такое понятие амортоотчисления, да? То восстановительный фонд создается, то здесь просто списывается, вот 10 или 20 лет оборудование должно работать, диагностическое. Оно, ну как, проходит несколько лет, естественно. Но нагрузка, я вам еще добавлю, на это оборудование у нас колоссальная нагрузка, она значительно превышает нормативы. Все хотят сделать диагностику. Мы люди заслуживают, чтобы ее делали, да? Но, к сожалению, такое дорастающее оборудование, оно... С одной стороны, морально стареет, а с другой физически изнашивается. И требует, конечно, времени от времени регламентных работ. Но для этого надо привлекать специалистов. А це все фактично кошти, так? Це дуже багато коштів. Є ще й закон о тендерах, який ми не можемо привлечь другую фірму, починаємо ставити умови для производителя этого или поставщика этого оборудования. Говорит, не хотим участвовать в никаких. Пожалуйста, давайте для начала пригласите наших для диагностики вашего оборудования, заплатить гроши. Приедут наши специалисты, на месте определим объем работы, потом уже, то есть сразу заплатим за то, что они приедут. С какого источника, мы еще об этом не говорили. Это все на перспективу, имея какую-то самостоятельность бюджетную, мы можем все это заложить. Хотя бы 3-4% от стоимости оборудования. Это было решение вопроса. То есть, зная, что у нас накапливается какой-то определенный финансовый потенциал, мы можем себе более вольготно чувствовать. И зная, что оборудование по очереди можно ремонтировать, очередность какую-то создавать. Наскільки я знаю, в Миколаєві активисты порушували это питание и говорили про это в голос. Ну, нельзя к ним не прислушиваться, они правы. Про вартість цих послуг обстеження на томографії. Декілька сотень гривень, наскільки я знаю, це завелика сума може бути. Чи нема шляхів її якось зменшити, або хто робив такий розрахунок? От, в принципі, будемо рассчитывать все-таки на те, що я говорю, що бюджет должен запланировать все вот эти регламенты работы. Сегодня сделать анализ, это тоже стоит. Смотрите, есть разные примеры. Вот, к примеру, тут диспансер наш, да? Замечательный руководитель, он не создавал никаких касс. Он обходится, но он внутри своего бюджета, сделал перераспределение, то есть заложил частично на тот томограф, который у них есть. Но они единственное, что они только обслуживают свой контингент, учитывая специализацию этого диспансера, то они только свой контингент, поэтому у них нагрузка более-менее в пределах норм. Но зато другие статьи пришлось уменьшить. И этого есть право главного врача, он рационал. Но есть же другие у нас лечебные заведения, которые таких возможностей не имеют. К сожалению, это такая болезненная проблема, я не знаю. Когда общественность, я буквально неделю назад слушал, был на этом слушании, было так неприятно и обидно за медиков. Зачастую они являются заложниками ситуации. То есть, они играют за правилами, фактически. Они учились, долго учатся, чтобы стать настоящим специалистом в области охраны здоровья. Долго учатся, потом навыки практически приобретают. Либо под рукой у них недостаточно нет оборудования, либо каких-то реактивов для определения заболеваемости. И все это отражается на населении. Они болеют, поверьте мне. Мне очень много приходится смеяться. Я их очень уважаю как специалистов. Нам надо и уровень заработной платы поднимать параллельно. Это уже мы трохи переходим до нашего наступного питання. Это, знаете, для меня это все, любой социальный вопрос, он всегда завязан, да? Не может быть отдельно. От, як ви бачите можливі шляхи виходу з цієї ситуації? Обмежене бюджетне фінансування, але ж люди хворіють, як і хворіли, і отримують гроші, як і отримували. Де знайти додаткові кошти? Чи це повинно бути страхова медицина? Чи це все ж таки державна? Чи це повністю платна? От як ви думаєте, який би варіант підійшов саме нам? Знаєте, що скажу? Да, страхова медицина, к сожалению, это тот выход из положения, который во всем мире работает. Но к нам на сегодняшнем этапе он не очень относится. А Бисмарк где-то более 100 лет назад, германский канцлер, ввел страховую медицину или как больничные кассы. Значит, там было два пути наполнения этих касс. Кстати, мы тоже имеем хорошие примеры. На примере Вознесенска, в Николаеве создана касса, но она не стала работать. В чем суть этого вопроса? Значит, половину наполнения именно этих касс, которые работают в целом потом на охрану здоровья или на лечение граждан, значит, половину выплачивает работодатель.
Але з огляду на те, що у нас дуже багато працівників працюють неоформленими, тому вони не мають змоги поповнювати так, цю касу. Так, так. Значить, роботодателі, там, я маю до руководства підприємства, частне або государственне, роботодателі – це закон треба. Работодатель наполнение делает 50%, остальное за счет налога с работника. Ну, социальный, это социальный налог. Ну, это фактически он знает, что это в его интересах. То есть этот путь давно пройден всей Европой. Мы, к сожалению, экономика наша еще недостаточно хорошо работает, а в этот период сложновато, ну, честно говоря. Раз мы говорим за страхову медицину, я згадаю, декілька років тому я читав публікацію, де в Києві, в столиці, запустили пілотний проект і, здається, зробили страховку здоров'я, там, здається, було 15 чи 14 медичних кабінетів, але в рік громадянин повинен був платити, здається, 7 чи 8 тисяч гривень з власної кишені, просто щоб мати страхування. То я в такому випадку думаю, що це не громадянам, це буде просто не по кишені. А нам не треба брати в примір Київ. Десь років 10 назад, на примірі Вознесенська, тому що Єржов Юрій Іванович, мер, який дійсно хватался за все передовое, что только можно было. В Вознесенске эта касса работает по сегодняшний день. Я бывал там, я изучал опыт. Когда-то в свое время меня тоже попросили создать такую кассу в Николаеве. Я ее создал, но она в таком рабочем положении. Ну, не охватила, скажем, все предприятия, промышленные предприятия города Николаева. Люди просто еще не разумеют, что это требует. Сложно в Николаеве. Скажу, почему проще было все это сделать в Вознесенске. Значит, там одно лечебное заведение. То есть можно сконцентрировать всех и лечить в этом заведении. То есть все деньги поступают туда. Это будет дополнительное медикаментозное обеспечение с этой кассой. Мало того, значит, когда мэр занимается, эта касса имеет право, вот здесь законность такая, значит, это благотворительная организация, больничная касса, и в нее можно вливать средства за счет благотворителей. Или предприятия, или частные вливания. И здесь оно подконтрольно. И потом оно использует лечение кого-то конкретно больного. Сложная операция, можно в Николаев отправить. И дополнительно за ним следом пойдут деньги в лечебное заведение, где его будут лечить. Вот это пример страховой медицины. Это, знаете, как в миниатюре страховая медицина Украины, которая апробирована у нас в Вознесенске одним из первых. Єржовим Юрій Івановичем, мером. Ну, зрештою, у наших громадян може виникнути нерозуміння і питання, чому, якщо у Конституції сказано, що це безкоштовно, але ну, багато хто не розуміє, що в принципі держава сама це все не зможе. От коли ми розглядаємо бюджет, от, який ми виділяємо на охорону здоров'я, то 80% з них зарплата медиків. 80% – це 4 п'ятих. Потом там питание, значит, основные средства, да, на лечение, именно на медикаментозное обеспечение. Ну, редко кому оно действительно с бюджета попадает. Как правило, пришел, получил рецепт, бежишь в аптеку, и тогда начинают тебя лечить. Да? Это факт? Это факт. Но будем надеяться, что мы решим эту проблему, когда у нас будет достаточная самостоятельность распределения бюджетных средств. Мы можем больше выделить медицине, якщо вони будуть в наших руках. Ну, поки сьогодні на цьому етапі не дуже. Давайте поговоримо дещо про інше. Ще одне актуальне питання, яке зараз на часі, саме так, робота з сім'ями, які мають в своєму складі бійців АТО. Як депутатська група ваша профільна допомагає? Як ви ведете роботу з такими сім'ями? Чим ми допомагаємо нашим захисникам? Мені прийшлося, я почну з самого трагічного. Я не одни похороны, видите, как аж трудно говорить. И в Очакове был, хоронил ребят молодых. Видел матерей, которые не то что не плакали, просто сидели молча. Шли молча, сопровождали потерянного сына или жены своих мужей. Это очень тяжело вспоминать, но защиту, может ли это любая бюджетная защита, потерю близкого человека. Но тем не менее, в области, значит, прошла, дополнение прошло через сессию, прошло дополнение к программе «Есть турбота» такая, мы ее наполнили именно этими проблемами. У нас сегодня 55 ребятишек, детей, потерявших отцов, получили одноразовую помощь в размере 10-кратно минимальной. Ну, там, знаете, минимально до 6 лет, там, 1140, а 1400, а после 6 лет уже до 18, там, 1400, вот, считайте, где-то 14, кому тысяч, кому. Ну, это, конечно, потерю отца вряд ли
морально, духовно или материально окупил. Но тем не менее, вот такая вот программа есть, и она уже работает. 7 человек, семей, не человек, а семей, получили квартиры за счет бюджета. Ну, там и спонсорские, у кого как оно, но 7 человек конкретно. Притом особенность есть такая, что семья или жена, там, мать, кто там остался, значит, выбирают сами. То есть они имеют возможность выбрать квартиру. Правда. Мы только на комиссии уже определяем, то, чтобы стоимость была в пределах разумного, и чтобы метраж там соответствовал определенным нормативам. Это есть. Кроме того, многие дети, вот даже взять пример, хорваты, братья наши, да, приняли более 40 детей. Они создали условия летом, почти месяц дети. Мы только единственное организовали транспорт, питание в дороге. И эти дети... Вот. К сожалению, есть проблемы еще в части. Очень мы говорим о том, ребята воюют, ребята защищают. Ребята защищают наш мир, слава Богу. Николаевская область, политически стабильная ситуация. Но теряем наших лучших людей. Хлопцев молодых, скажем, да. И вот, кроме этих проблем, есть проблема перемещенных лиц или беженцев. Вот, слава Богу, мы готовы были где-то 5 лет назад, да, нет, больше, 6 назад, еще в том созыве, мы создали, значит, центр по оказанию услуг бездомным. Вот я буквально недавно интересовался. Значит, центр... Расскажите про работу. Для работы, значит, такая. Мы когда это все планировали, мало денег, думали, надо, не надо. Вот, к примеру, с чего все началось. Я еще состою в наблюдательном совете по осужденным, по их пребыванию. Ну, одна из тем была такая, там, ну, там питание, все это проверяли мы в колониях. Но самый один из моментов, выяснилось вот что. Что ребята, которые выходят на свободу, или как назвать, после получения, значит, освобождения, без паспортов. Куда им идти? Вот давайте представим. Это человек... великая проблема для интеграции. Это была проблема. Мы создали это. Куда девались паспорта? Пенитенциарная служба не отвечает. Говорит, где-то на уровне следователя, то ли прав. То есть человек, попадая в заключение, паспорт с ним не присутствует. Он где-то хранится, потом его найти не может. И вот человек, вышедший, то есть вставший на путь, достаточно такой уже, знаешь, когда сидел человек, наверное, понял, что ему надо работать. Он, наверное, не может поступить на работу. Здесь есть отсутствие. Так вот, создав такой центр сегодня и уже давно, начал выдавать паспорта. Мало того, что многие же не имеют прописки. Центр имеет право сегодня прописывать. Давайте возьмем на примере этого года. Не будем говорить. У нас 26 осужденных в этом году вышло с заключения. Но ведь есть еще 126 человек перемещенных лиц. 126 человек, они получили там прописку. Я не говорю, что у них не было паспорта, они получили прописку. А ведь сегодня без прописки вряд ли куда-то. Они где-то устроились, кто дворником, кто учителем даже некоторые. 400 с лишним человек обратились в этот центр. Это заслуга Николаевской области, депутатского корпуса. Мы сумели найти деньги. А знаете, сколько там человек работает? Директор и 2 бухгалтера. 3 человека. Общих, 400 человек обратилось. Общих работы капитальные. Да. 100 с лишним паспортов получено. То есть с помощью милиции сделали заключение, что эти люди действительно, им положено паспорт гражданина України. Буде останнє традиційне наше питання. В світлі майбутніх виборів, чи будете ви балотуватися до обласної ради? Знаєте, і як ви бачите свою позицію? Я вам скажу, що от 2-й рік я в комісії соціальної. Я взагалі чоловік, який постійно зв'язаний з соціальними питаннями. Хоть и сложная комиссия, такая болезненная, скажем, потому что видеть людей, которые пострадали, никак. Кто-то в бюджетной работе, кто-то в аграрной, кто-то в экологической. Но я выбираю добровольно социальную, потому что, ну, видно, призвание такое. Так вот, мне предложили, да, и политическая сила, наш край предложила, и на конференции приняли решение доверить мне баллотироваться кандидатом депутаты по 134 округу. Это, будем говорить, это населенные пункты вдоль Буга, от Новой Одессы до Николаева. Я думаю, что, коли я уже 2 года работаю, и мне все время кажется, я что-то не успел сделать. Вот есть такие люди, типа, наверное, меня, да? Все время чего-то я не доделал. То есть я должен идти. Гаразд. Надо доделывать то, что не успели доделать. А мы говорим, мы стоим на пороге сегодня таких реформ бюджетных, что самое будет интересно управлять процессом. Дуже добре, давайте на цьому поставимо крапку.
І побесідуємо про це вже наступного разу. Шановні глядачі, на цьому час нашої програми вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов, а також мій гість, депутат обласної ради Анатолій Кравченко. Бажаємо вам приємного вечора.